Каждый регион богат своими святыми местами. У нас на Брянщине их очень много. Мне не довелось в те времена посетить их. И когда вот вышла на пенсию, у меня появилось и огромное желание и удовольствие побывать в этих святых местах. И со своими паломниками мы посетили эти святые места. Я расскажу, как образовался наш Брянско-Свенский монастырь. Очень интересная история. В 1288 году брянский князь Роман Михайлович, когда-то правивший в этом храме, неожиданно стал слепнуть. Прослышав об иконе исцеляющей, он послал монахов за нею. Монахи отправились по реке Свинь за этой исцеляющей иконой. Утром, проснувшись, монахи с ужасом увидели, что икона из лодки исчезла куда-то. Нашли ее, обнаружили среди ветвей огромнейшего дуба, стоящего против реки Свинь. Князь Роман Михайлович, прослышав про этот случай, про икону, как она оказалась на дубе, пешком отправился к этому дубу и к этой исцеляющей иконе. Помолился и в тот же час прозрел, стал видеть лучше прежнего. Вот так вот образовался Свенский монастырь на этом месте, где икона оказалась на дубе. Вот она, основная икона Свенского монастыря. Свенская Печерская. Образ Пресвятой Богородицы, где она запечатлена полностью. Вот старинная икона. А там она написана, где ее нашли на дубе. Вот он, Свенский монастырь города Брянска. Здесь вот на лугу и так дальше проходит Свенская ярмарка. Да. А благословения особо не дают на съемку. Двор Свенского монастыря. Это реставрируется сам монастырь. Идет реставрация монастыря. Вот получился у меня так задать вопрос, нет? Получился. О, сейчас через 5 минут он меня свалит. Ваня, значит, это шел книги. Ну, это для этого. Значит, даже платочек такой вот. У нее, понимаешь, у нее мокрый, а у тебя не мокрый. Да, я говорю, вот вон я так завязываю. У Вани мокрый шел. Я остаюсь, молюсь, 10 раз перевязываю. Святые похоронены. А, ну да, герб там. Герб. Сейчас потом ближе подойду, сниму. Выше нет, яблоки не видно, а вон есть яблоки. А мне яблоки грош.
Господи. Храм. Пьем святую водичку. Святая вода. Свято-Успенска, Свенском монастыре. Пьем святую водичку. Нет, я ничего, я не против. Всем понравилось? Очень. Обед хороший, правда? Очень, ну, очень вкусный обед. А монастырь? Очень. А служба? Завод. Все понравилось, правда? Все хорошо. Зря водителя мы с тобой не взяли. Все водители получили. Да.